что волосы могут рассказать о вашем здоровье. Даже один волос может много рассказать о вашем здоровье, и он не только укажет на ваш возраст, пол и вес, но и на состояние вашего здоровья и ваши привычки, как хорошие, так и плохие. Сегодня мы расскажем о 8 самых распространенных проблемах с волосами, так что слушайте внимательно. А пока не забудьте подписаться на наш канал и нажать на звоночек оповещений, чтобы быть в курсе всех наших новинок. Номер 1. Тусклые и безжизненные волосы. Если вы часто красите волосы, используете щипцы для завивки или утюжки, или недостаточно увлажняете свои волосы в зимнее время, это может привести к тому, что они становятся тусклыми и безжизненными. Однако волосы могут потускнеть и из-за недостатка витаминов. Согласно исследованию Ахмата Горбани, ассистента профессора в научно-исследовательском центре Гелан, тусклые волосы могут указывать на недостаток селена, серы и фосфора в организме. Если вы подозреваете, что это ваш случай, взгляните на свои десны и зубы. Если вы заметите какие-то неприятные симптомы, то вам стоит обратиться к врачу. Номер 2. Перхоть. Если вы используете слишком много средств для укладки или недостаточно хорошо промываете волосы и кожу головы, это может привести к появлению перхоти, которая будет осыпаться на ваши плечи и одежду. Также перхоть может быть вызвана особенностями вашего рациона, особенно если в нем не хватает жиров и углеводов. Однако стресс, пищеварительные проблемы и иммунодефицит также может быть причинами перхоти. Если вы заметили, что чешуйки перхоти желтоватые, то, возможно, у вас сиборейный дерматит. Согласно исследованию, проведенному кафедрой дерматологии и пластической хирургии Университета Майами, от этого заболевания очень сложно вылечиться, так что забудьте о шампунях против перхоти. Вам нужно сходить к трихологу, чтобы выяснить причину заболевания и способы его лечения. Номер 3. Тонкие и ломкие волосы. Состояние кожи, ногтей и волос может ухудшиться из-за недостатка белков. И указывают на это состояние тонкие и ломкие волосы. Белок – это питательный элемент, необходимый для построения и поддержания ткани организма. В этом случае рекомендуется есть побольше фруктов и продуктов с высоким содержанием жирных кислот омега-3. К ним относятся креветки, лосось, зубатка и шпинат. Однако ситуация может быть и посерьезней. Исследователи медицинского факультета Бостонского университета и медицинского центра Роджера Уильямса обнаружили, что ломкие волосы могут быть симптомом болезни Иценко-Кушинга. Если вы подозреваете, что это ваша ситуация, обратите внимание на такие симптомы, как хроническая бессонница, высокое кровяное давление и необъяснимая боль в спине. Но за консультацией стоит обратиться к врачу. Номер 4. Выпадение волос. Джеймс Марота, ведущий специалист по лечению волос из Нью-Йорка, говорит, что человек в среднем может терять до 100 волос в день. Самый простой способ проверить, насколько сильно у вас выпадают волосы, это провести пальцами по волосам от корней к кончикам. Если у вас в руке осталось от 0 до 2 волос, то все в порядке. Если 3-5 волосков, то все тоже неплохо. Но если волос осталось больше, то это плохой знак. Исследование, проведенное кафедрой дерматологии Варшавского медицинского университета, показало, что выпадение волос может быть связано с проблемами в эндокринной и иммунной системах организма. Также это может быть симптомом диабета. Каждая из этих причин требует немедленного обращения к врачу. Но не стоит паниковать. Ваши волосы могут выпадать из-за стресса или недостатка витаминов. Также женщины теряют волосы во время беременности, но только специалист назовет точную причину. Номер 5. Жирные волосы. Обычно жирные волосы указывают на неправильное питание. Победитель многих конкурсов, стилист по волосам Кацуми Касаи, предлагает есть поменьше жирного мяса, жареного, молочных продуктов, сладостей и рафинированных углеводов, если вы хотите избавиться от этой проблемы. Также пейте поменьше алкоголя и кофе. Вы можете снизить секрецию сальных желез, если добавите несколько капель масла чайного дерева в свой шампунь. Если этот совет не работает, то жирные волосы могут указывать на проблемы обмена веществ, гормональный дисбаланс или заболевание печени. В таком случае вам нужно обратиться к специалисту. Номер 6. Ранняя седина.
У многих людей седина появляется в соответствии с генетической предрасположенностью. С возрастом число меланоцитов, отвечающих за выработку пигмента, сокращается. У большинства людей первые седые волосы появляются между 30 и 40 годами. Но бывают ситуации, когда молодые люди и даже подростки могут поседеть. Ранняя седина – это следствие серьезного стресса или хронической усталости, утверждает эксперт по женскому здоровью Дженнифер Уайдер. Другая причина – это неправильный рацион с низким содержанием белков. Ученые считают, что недостаток белков влияет на выработку меланина, что приводит к ранней седине. Номер 7. Зуд на коже головы. Если зуд сопровождается ранками, прыщиками, шелушением и другими симптомами раздражения кожи головы, то с вашим здоровьем что-то не в порядке. Только дерматолог или трихолог смогут определить, страдаете ли вы от псориаза или экземы, или нет. Если кожа на вашей голове зудит, но видимых раздражений нет, это может быть следствием расстройства нервной системы, вызванного стрессом. Также это может быть своеобразный нервный тик, как, например, когда люди грызут ногти. В таком случае вам нужно есть побольше зелени и продуктов с содержанием витаминов В1 и В6. Также вам стоит сходить к психотерапевту. Номер 8. Сухие волосы и сеченные кончики. Помимо самых распространенных причин, таких как обесцвечивание, перманентная завивка и использование утюжков и фена, волосы могут стать сухими из-за недостатка белков, железа и меди в организме. Именно к таким выводам пришли эксперты из клиники трихологии и трансплантации волос Трихомед в Германии. Сухие волосы и секущиеся кончики появляются вследствие дефицита минералов и часто встречаются у людей, которые сидят на строгой диете или имеют заболевание эндокринной системы. Убедитесь, что ваш рацион обеспечивает ваш организм всеми необходимыми питательными элементами, такими как белки и железо. Рекомендуется включить в меню рыбу, морковь и апельсиновый сок. Он особенно полезен, так как с ним лучше усваивается железо. Также не забывайте пить достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания. И, пожалуйста, сходите к врачу, чтобы убедиться, что сухие волосы – это не следствие какого-то серьезного заболевания. И, наконец, помните, что волосы – это лакмусовая бумажка вашего здоровья в целом. Однако не стоит ставить себе диагноз самостоятельно, исключительно по состоянию ваших волос. Если у вас возникают проблемы со здоровьем, первый, к кому вы должны обратиться, это врач. А с какими проблемами вы сталкиваетесь чаще всего? Будь то выпадение волос или отсутствие объема, напишите в комментариях. Не забудьте поставить этому видео лайк и поделиться им с друзьями. Подпишитесь на наш канал и присоединяйтесь к Эдми.